Еще один интересный проект прошел в рамках российского библиокаравана. В Республиканской детско-юношеской библиотеке в Чебоксарах состоялись встречи с лауреатами конкурса «Книгу.ру» Евгенией Басовой и Лилией Волковой. Проза для юного поколения – вот основа творчества лауреата Всероссийского литературного конкурса «Книгу.ру». Жизнь подростков во всех ее проявлениях – почти готовый сценарий для современных авторов. Здесь ничего не надо придумывать, все как на ладони. Важно выделить главное, что волнует ребят. И писать, писать, писать. Лилия Волкова вошла в топ-15 лучших авторов по версии «Книгу.ру» 2019 года. Главное, чтобы было тебе не все равно. И не важно, для кого ты пишешь, для детей или для взрослых. Евгения Басова победила в конкурсе в прошлом году. Но все люди проходят один и тот же путь. И у всех, всех когда-то волновало, волновали какие-то вещи. В каком-то возрасте человек замечает, что вокруг полно несправедливости. В каком-то возрасте человек влюбляется первый раз. И это часто бывает невзаимно. Напомним, «Книгу.ру» проходит уже в 10-й раз. Это единственный в мире литературный конкурс, в котором главные судьи – школьники от 10 до 17 лет. Именно они могут беспристрастно оценить написанные для них книги и назвать лучших авторов. Голосование продлится на официальном сайте конкурса до конца ноября. Алена Герасимова, Павел Иритков, Республика.